Знаете, очень сильно меня раздражает какая-то тупость. Вот есть такое хорошее русское слово – тупость. Когда ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что ты с ним разговариваешь, ты не можешь до него ни в какой форме достучаться, ну, потому что человек просто тупой. Вот это, наверное, самое серьезное раздражение вызывает у меня. Безусловно, не то что сильно, но немножко раздражает человеческая глупость. Это, конечно, не такие уже сильные негативные эмоции, но тем не менее они есть. Ну и, безусловно, наверное, стандартное для всех, скорее всего, оно красивое, пафосное слово, но, к сожалению, тоже имеет место быть. Это предательство. Предательство не сколько раздражает, сколько вызывает, наверное, какие-то негативные просто эмоции и оставляет какой-то след, более глубокий след уже в личности. То есть в личности, в частности моей, если мы говорим обо мне.